Объявляется перерыв до вынесения вердикта присяжными заседателями. Минут за 20 решите, тут очень все просто. Все условия. Прошу вас. Голосуем за то, что подсудимый виновен. Да, прошу поднять руки. Да. Кто за то, что невиновен, прошу поднять руку. Против обвинения. Я понимаю, человеку грозит пожизненный срок. Ну не разводите здесь самодеятельность! Потому что он тупой, необразованный дикарь, который вчера с ветки спрыгнул. Если он не убивал, какая разница, как он говорит по-русски?